Что делать, если пришел поломанный чемодан после получения багажа? Первое, что нужно сделать после того, как вы увидели, что ваш багаж деформирован, нужно подойти к дежурному в зоне выдачи багажа. Далее он осмотрит ваш чемодан и выпишет претензионное заявление. Возьмет ваши данные, такие как место жительства, номер телефона, электронную почту. После того, как вам выдали претензионное письмо, нужно пойти в офис вашей авиакомпании. Чаще всего он находится прямо в аэропорту. После того, как мы им показали претензионное письмо, поломанный чемодан, паспорт и посадочный талон, они дали нам 3 варианта на выбор. Или поменять большой чемодан на один из тех чемоданов, которые у них были с собой. Нам выдали 2 и сказали, что вместо одного большого они могут дать нам 2 поменьше. Если вы хотите писать Turkish Airlines напрямую, нужно зайти на их главную страницу в отдел Feedback, зайти в отдел с жалобами и отправить туда скан копии первой страницы паспорта, посадочный талон и саму жалобу. Далее Turkish Airlines с нами свяжется и найдет выход из данной ситуации. Самый быстрый вариант – пойти в некий магазин с чемоданами, который специализируется на этом, показать жалобное письмо, показать чемодан, они или починят чемодан, или, возможно, предоставят скидку на покупку другого. Пусть все ваши чемоданы будут целы.